Ты не разговариваешь по-русски? Не масане. Жылы болушунча тездетип так болуш керек да барды комиссия мүчөлөрү кол коюш керек. Ошо иш планды жакшы макул берсеңиз. Это цель комиссии, значит, вот сегодня в 2 часа начинаем работу, сейчас определяем, сколько количество сгоревших домов, магазинов, зданий, сооружений, количество и примерно определяем ущерб. Власть мы не верим уже. Власть мы не верим уже. Они уже обещают и все, ничего нам не будет помогать. Они раньше, сначала скажут, мы поможем, а уже спустя 20-30 дней они уже скажут, откажутся. Вот эти люди дадут ли нам? Если дадут, конечно, нам деньги надо, все надо нам. И еду надо, и вот одежду надо, все надо. Ничего нету, ничего не осталось. Вы видите, вот ни за что страдают наши люди.